105 пар приняли участие в первом туре 11-го открытого московского международного турнира «Танцфорум». Участникам предстояло исполнить 5 латиноамериканских и 5 европейских танцев. Первое место заняли чемпионы Европы 2008 года Андрей Зайцев и Анна Кузьминская из Вологды. Второе место досталось представителям Москвы Тимуру Имамеддинову и Екатерине Николаевой. Третьими стали серебряные призеры розыгрыша Кубка Восточной Европы, москвичи Андрей Сергунин и Евгения Кулигина.